Доедем. Вперед. Я порекомендовал бы поехать вам за мной, но поскольку вы так не играете, я возьму Ты на чем БМП. поедешь? Я БМП-2 возьму. А поскольку я сейчас буду на Бэхе, я поеду слева от Б. Няма-няма. О, четко со мной набывали. Попали 8-0. 8-0 попали. Да. Не, на 8-3 попали. Мы не можем на 8-0 попасть. Можем. Нижний БР у нас 8-0. Смотри. Вот, смотри, это А, украинский танк. ладно, все. Ладно. Это ПТ-75. Тем. Сейчас же боевые рейтинги подняли, техники. Пошел. Сильно кайфуйте и страдайте. Ну вот, Едем. Варио Едем. сняли справа, понятно, от Б ехать вообще не надо. Едем за ханом, еще Я будем хана за обвинять. калкой еду, но он, по крайней мере, сейчас правильно едет. Мы не успеваем. Ну да. У нас средняя бронированная Все, мы защита. успеваем. А кто говорил, что мы на 8-0 играем? Против нас FPS играет 16-й, который. Не знаю, вообще на 8-7 так-то как минимум. Ну да. Ну, в сетапе у нас есть ПТ-75. Она была рейтинга Ах ты, тварь, 8-0. вы русский. Как ты там говоришь? Пошел нафиг. А что кусать локтей? Минус фигня как. Так, стоп, я его вообще не вижу. Сколько у нас? Вот здесь это трое. Был вроде. Я сейчас я не знаю, я сумею флангануть вот этого, Нет, который. не надо, там очень много, прям очень много. Я Ну, надо, я вас постараюсь. спасу. Ну, Спасай хакер, Кумыкина опять. мы такие люди, что мы должны вот так играть. Мы должны, мы Слушай. не должны стоять и что-то там пытаться. А, ну, типа, нет такой по блокировкам. Шведская на 3,7 с 120-метровой Вот кинетической так пушкой. вот, вот так вот. Вот мы так Ты играем. зачем такую ретики говоришь? Да, это дельфину маму делаю, слушай. Оу. Да. Оу. Большая часть точек теперь под вражеским контролем. Сейчас стриму 18 плюс дадут. Едет, 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 едет. Я-то. И дети больше не посмотрят. Как это делается? Ай-яй-яй-яй, тут еще один стоит, походу, да? Да! А пошли-ка вы нафиг. Да, тут тоже двое стоят, как минимум. Да, выхожу на него, выхожу. Отвлекаю маус, отвлекаю. Маус! Он тебя Маус! Маус! У него Ты без ему ничего не пушки. сделаешь, если Ой, только блин, меня трол. шмахнули. А ты ты? Одного еще снял там. Нет! Мне откуда-то жбиды не сделали. Помилуйте, нет! Черт. Ах ты, крыса. А где у меня птуры? Вижу одна. У нас уже на базу чё приехал. А чё, у него вторая пушка не ломается, что ли? Ломается она просто, ну, устала, наверное, ломаться. Вот это проход, вот это по-нашему, я понимаю. Доклик по команды. Моментально. Главное, калка говорит, ты туда не едь, там снег, башка упадет, совсем мертвый станешь. Ёлка сделает тук-тук. Я сейчас этому елку сделаю тук-тук. Блин, у меня обычная лента только осталась. А, нет, что это? Ха-ха-ха! Ребята, у меня обычная лента осталась, у меня ни хрена нету. Ну и чё, страдай. Есть еще один контакт, 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 блин.
Видали, как я его своей струей. Я тут на колеснике разогнал. Благодарю. 60 километров лить. Не попадай по мне! А, все. Парни, надо точки заплатить, а то сейчас отплатим. Так, теперь время ПТ. Либо ИТ. Чё взять? ПТ, ИТ, ПТ лучше. Вот это бой, я понимаю. Катина. Достаёмся. А кто там Б берет? Остановите этого чувака. Я сейчас хочу точки взять, и будет ядерка. А, у нас очки закончатся. На С никого нет. А, ладно, давай на С. Берите, хотя бы отбейте С и езжайте дальше, ребят. Это план минимум, знаете. Давай на А, значит, да, давай. Ну, там поосторожнее, там вообще никого не вижу. Я зато горный. Найнен, капутин. Лёх, привет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Айнен капутин. Знаешь, как переводится капут на армянском? Откуда тебя забрали? Несколько танк. Несколько танк? Там два танка. Где примерно? Ну, примерно-то знаете где? В районной карте. А, я его слышу, все. Он едет на меня, ребят, это Ахтунг. Вот это в районе. Были они. Ребята, это трындец, они на меня прут. Молись. О. Били. Надо поднажать, враг побеждает. Я сейчас постараюсь зачистить. Ай, блин, этот грёбаный. Как ты мне нервишки-то делаешь? А чё взять-то, а? Зенитку, Енисей. Сейчас будем фигачить. Блин, у меня арты нету, накиньте Б артой, блин, там... Я так посмеется. У меня стоковая техника. Друзья мои, у меня почти 2100 очков, постарайтесь. Это за Су-57-2, который теперь полуживой, полумертвый. Да, полуживой, полумертвый, да. Ах ты. Полуживой. А нет, вражеский табуретка. А ты можешь на своем самолете сделать аллей, оп? Ребят, самое хреновое то, что я тут уже слышу, ребят, но я их не вижу вообще. Не у нас, как у нашей базе подъезжают уже. Давай, вали отсюда. Бацан-бацан на Енисея сейчас расфигачим. С, блин, отбирают. Вы вообще что творите? Смотрю. Я там что? Готов на точке. Ну, блин, ну так... Так практически нереально играть. Ребят, 2300, отбейте точки, блин. Каждый по одной точке отбивает. Все, блин, ДФ-ка гребаная. Нашлась на мою голову. Колеску зенитку. Не, я еще за Су-57-2, наверное, возьму. Но это уже дороже мне обойдется. Целых 150 очков. Ах ты. А кто там? Блин, а ну... Ну, ребята... Я на Б поеду, вы как-нибудь, там, я не знаю. Там этот советский танк сидит, крысит, башней там. Прорывайтесь на А, вы не тормозите, прорывайтесь. Они не раз, он тебе все четверком крыса сюда. Лечаю ядерный реактор. Ну нет, ребят, тут без вариантов, походу. Пукан включаешь. Я остаюсь без ядерки, вы остаетесь без победы.
Вот так вот. Я врубил ПТ-режим на объекте 120-м. Вижу вражеский танк. Долго ты с ним не проживешь. А, уверен? Нет, я говорю на объекте. Ага, начали его фигачить, все, мой выход. Отбейте точки, иначе ядерка горит. 2400 почти. С центром, который перестреливается с трупом. Все, молодцы, девку сняли. Давай атакуй С. На А там тухляк. Атакуй Б. Ну, у меня пока не хватает все равно очков. Швед сидит горный. Где? Все-таки меня убил Кустанюк. Где? Там не лист. Я в ангаре. У него только это... установка. И тут есть кто-то. Он выезжает. Ну да, выехал походу. А чего стрелять по тебе? Он за той горкой меня вот чувак убил. Да ты смотришь. Давай, бриж, делай. Бриж, делай. Да не, это уже без вариантов, все. Мы свое, ребят, упустили. Вон, ну прямо из вражина. Да, знаю. Сейчас тебе пулеметом наковыряет. Живой там. Ну, в общем. Гоните миллион амбул. Я сделал все, что мог. Знаете, кто во всем виноват? Хакер. Ой. Леть. Погода. Почему зима? Ну, блин, было... Спуститься 3-7. Было реально весело. Было реально весело. Сколько фрагов в итоге у меня? 11. Давайте еще. Давайте еще, на.